Ривненский врач, которого обвиняют в служебной халатности, может вернуться в больницу. В ноябре 2015 года во время дежурства Константина Домановского в областной детской больнице умер 5-летний мальчик. Но суд восстановил заведующего отделением хирургии в должности. Инна Белецкая продолжит. Почти полтора года судебной тяжбы Ривненский городской суд выносит решение восстановить хирурга Константина Домановского в должности. Мало того, всю зарплату за тот период, пока он не работал, ему должны компенсировать. Сторона потерпілих, звісно, шокована рішенням суду. Для того, щоб говорити більш детальніше, потрібно дочекатися повного тексту рішення суду, щоб зрозуміти, з яких підстав винесено саме це рішення. А наскільки нам також відомо, що в суді першої інстанції все-таки не був допитаний лікар. І з підстав саме того, що він відмовився давати будь-які пояснення по своїй позовній заяві про поновлення. Адвокат и отец подозреваемого, тоже хирург, доказывали в суде, что действия Константина Домановского никоим образом не могут быть причиной увольнения. Напомню, трагедия произошла в начале ноября 2015-го. 5-летнего Колю Антонюка на скорой привезли в больницу с подозрением на острый аппендицит. В ту ночь хирургии дежурил зав. Отделением Домановский. Спуститься в приемный покой и осмотреть ребенка он отказался, а потом назначил лечение – уксусные обтирания и аналгин с димедролом. Давать воду ребенку запретил. Мальчик умер. Домановского уволили, но он сумел доказать в суде, что увольнение было незаконным. В больнице же уверены, работать такой хирург не должен. Я ще не бачив рішення суду, ніхто мені його, код Домановський не приходив, ніхто не приносив. Зранку я збирав нараду по цьому, що юрист, вона набрала клопотання на суд, щоб вони хай виписку дадуть, що вони там написали. Раз. Друге, ну наша позиція, яка була, така є, ми його не бачимо в лікарні. Ні я, ні колектив, ні ніхто, ні хворий, я так думаю. Константин Домановский из династии врачей. Его мать руководила отделом по охране материнства и детства в областном управлении здравоохранения. А отец возглавлял детскую областную больницу. Именно он назначил еще совсем молодого и неопытного сына на пост заведующего отделением хирургии. Но судебная эпопея пока не завершена. Тот же городской суд рассматривает еще одно дело – уголовное. Константина Домановского подозревают в халатности, повлекшей тяжелые последствия. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривне.